Всем привет! Вы на канале Кузямба, и мы играем в Гарри Поттера. Давно я эту рубрику не вел. Кстати, я побрился, и я выздоровел. Наконец-то выхожу на работу. Вот. Да, вот. Как-то вот так вот. Так, что скажу? Так, сейчас я еще немножко звук потише сделаю. Пора наступает, пора Гарри Поттера. Все скоро, короче, хотите создать... Да. Вот еще кашель остался немножко, а так все огонь. Так, все пересматривают Гарри Поттера, там кто-то один дома, кто-то там еще что-то пересматривает. Ну, короче, вот так вот. Вы еще заметили, что у нас появилась наконец-то этот, как это называется, картиночка. У нас такая новенькая. Вот. Вот. Ну, так. Кто не знает книги про Гарри Поттера и не смотрел хотя бы один фильм, ну, ставьте лайк и выходите. Ну, вот. Который жил. For the next 11 years, Harry lived with his dreadful stepparents, the Dursleys. Так, но однажды он получил письмо, в котором его пригласили посетить школу колдовства и магии Хогвартс. Так, пропустить нельзя. Так, ладно, вскоре Гарри сел на экспресс Хогвартс, отправляясь на 9 платформы навеки... Гарри сел под шляпу, надеясь то, что все... Так, также хоть Слизерин сказал шляпа. Да, это философский камень, кстати. Кстати, и пока болтовня, не забываем подписываться на мой канал. И всем приятного просмотра. Так, ну вот его выбрали в Гриффиндор, но вот мы не сомневались, что будет Гриффиндор. Так. Ага. Да, качество, конечно, страдает, но попытаемся, попытаемся. Welcome to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. I am Albus так. Dumbledore, your head... No. А, oh, вот. Так. Nitwit, ага, так. Lubber, Oddman... Ага. Ага. Мы еще этот не умеем. Где? А, это... Ёперный театр. Вот это да. Так, а как прыгать? А-а-а. Так. Судя по этому шраму, наверное, ты Гарри Поттер. Привет, Гарри, у нас к тебе дело, Хогвартс. Немного сына. Так, а, ну собирать бобы. Все понятно. За портретом. Ну что, до встречи, Гарри. Так, ну давай. Пароль. Драконис. Капут Драконис. Да, 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 кстати, это я помню, как это было все. Особенно не любил я этот. Stamina, так. А, ну, это жабы. Ладно, так, это что у нас по... Проникновение в банка, там ничего нет, кстати. И перевод такой же прочитать. Так, что там, кстати, вот это особо... Так, вы... Ага. Типа, если вы выпьете, вы восстановите... Понятно. Но мы пока не можем, кстати, использовать заклинание Wingardium Leviosa. Leviosa. И почему мы прыгать не можем? Вот это мне вопрос на миллион. Так, ладно, куда мы сейчас идем?
Так. Ага. Что за звуки? Типа кто-то там летает. Так, ладно. Эй, Гарри, помнишь меня? Я Рон Уизли. Ага. Да. Кстати, приколюха в том, что... Ой, сейчас замок прыгает. Так. Так, а как прыгать-то? He's a nasty piece of он, work. Наверное, так. Just ignore us Gryffindors. Just... Зашибись, он запрыгнул. Come on, Harry. Гарри, за мной. Let's go. Пойдем. Вот это, кстати, так вот, нахрена мы сюда? Нет, не помните? Так, ладно, пошли. Попрыгали как чебурашка. За мной. Ну да. Так, прыгай. Смотри, там есть еще одно перо. Я вернусь обратно. Куда пошел? Так, вот с этим вот что управлять? Так, вот это минус. Вот это... Раньше было удобно. Тёп. Тин-динь. Ну, изи. Это просто изи. Прям. Больше нечего сказать. Так, ну привет, Гарри Поттер. Меня зовут Безголовник, и я привидение замка Гриффиндор. Так. Если хочешь построить, так нажми. Ага. Ну да, пока еще не... Почему-то... Так, это надо запомнить, что в другую сторону. Да, вот раньше не было. Чисто джойстик старенький такой у меня еще. Раритет вот с первой Соньки. Вот я играю. Вот это вот, да. И то... непривычно из-за того, что как-то, ну, уже к джой, к этому стикам привыкли. О, стикам, ну, эти дэлшоки называются они. Так, подожди, а там что интересное? Так. Нихуя, сейчас бы упали. А, нихуя, ничего нет. Так. Блять! Ой, я лошара, декантара. Так, ладно, давай. Вот я накаркал. Да, я вот думаю, короче, выпустить... Ну, это будет, получается, многосерийная игра. То есть... Там по 20 минут буду выпускать... Кому интересно, чтобы, ну, недолго смотреть, что типа как... Потому что она малая игра. Вот, но я думаю, что мы все Гарри Поттеры пройдем. Это ретро-рубрика, поэтому... Так, классно, магическое существо сбежало. Так, осторожно. Ага. О, теперь у нас есть магия. Если О. Флиппендо! 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 Гриффиндор получает 10 очков! Флиппендо! Блять! Флиппендо! Улитка, ты чё, ёп? Флиппендо! Вот так. You can use your так, можно поворачивать камеру с помощью кнопки. Ага, ну это да, это вот тут вот это как раз вот. Минус, что почему... Подожди, а может быть можно что-то это? Сюда?
Тут, кстати, тайников очень много. Вот это да, вот честно. Вот это прям всякие такие мини эти... как они? Так, давай, ну типа, да, мы уже это знаем. Мы немножко играли в... еще на первой Соньке. Не, она просто есть. Вот, маленькая, которая. Вот, так, что я так говорил? Тайники. Так. Вот как вот это, допустим. Все, Гриффиндор получил 25 очков. Так, блин. И все время нажимаю эту другую кнопку, чтобы повернуть. Так. Так. А там ни хрена так. Блять. Хорошо, что он невысоко упал. Флиппендо! 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 Вот, жаль, что она ее полностью, ну, не сделали, ну, не переиздали, как бы было бы вообще шикарно. Это Лорд Волдеморт. Мы просто великие волшебники, поэтому мы можем его называть, но не все волшебники могут типа называть его. Так. Опа. Так. Сейчас туда запулим котлету. Есть. И у нас там что-то мы получили. Так, подожди. У нас там ничего нет. О, пауки бегают. Так вот. Что я говорил? Я бы с удовольствием был вот переиздание Гарри Поттера поиграл. Вот, блин, ей-богу. Книгу я читал. Вот этот... вот поиграть бы, вот бы с удовольствием. Вот чем мы сейчас и занимаемся. Хоть и старый. Это как вот не все могут... вот есть Ведьмак. И когда ты проходишь непосредственно первую часть, потом вторую, ты можешь перекидывать сохранёнки перекидывать можешь. А приколюха в том, что во второй части ты эти теряешь мечи. И когда ты проходишь вторую часть, о, первую часть, у тебя мечи у тебя кидаются... Так. Ты чё, ёпт? Вот. Давай, ёпт. Да ёпт, кинотеатр. Не, ну это вообще какой-то бит. Вот. То есть у тебя мечи ты теряешь, там сражаешься с драконом, теряешь мечи. Из-за того, что ты прошел первую часть, тебе мечи дают. Вот это, то есть у тебя еще это два меча, которые у тебя был непосредственно в игре. Это против людей. И это против оборотней. То есть тебе не надо уже там крафтить, собирать руду. То есть у тебя уже второй меч есть, который был в первой части. Вот, то есть у тебя не сразу есть, и ты уже на коне, тебе уже проще. Вот. Плюс был глюк в некоторых этих версиях, что деньги тоже перекидываются, обмундирование, то есть. Вот. Charge for pending, not by Jim's. Keep the cross button held.
Вот. И когда я играл непосредственно в третью часть, то есть у меня все мои, короче, поступки, все перекинулись автоматически в третью часть. Но и приколёха в том, что у меня и шмотки тоже перекинулись. Вот это что-то там знак Видича. Ладно, погнали. Так, вот, и это, блин, это классно. То есть у меня все деньги были с первой части по второй. Со второй на третью деньги у меня перекинулись. Но это, блин, я не знаю, может, это убрали все. Но у меня так, оружие у меня все перекинулось. И шматье у меня перекинулось. Вот это вот было вообще. А когда еще мои, то есть я проходил все концовки первой части, все концовки, блядь, второй части, Нимбус 2000. Wow, тебе метлу. Я тебе покажу, где научиться. Так. Ладно. Так, вот там бабушка. Так, золотая старая, мне придется ждать тебя целую вечность. Так, мы попробуем на лучшее время, типа, вкачать. Hooch, так, учитель, так. Сейчас давай потренируемся. Вот, тихо. Блин. Да ёб. Ладно. Это сложно. Отвечаю. Так, молодец. 5 очков. Так, испытание сложнее, но успех, ты получишь дополнительные очки. Давай. Главное не тупить. Я, блин, я помню, как я мучился здесь. А, вот это что, вот инверсия. Вниз, вверх, вот это вообще, вот. Блять. Тихо. Нет, 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 нет. Нет. Давай, 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 давай. Где он? Черт. Так, за отличный результат ты получишь бонус очки. Ладно, как раньше, пароль через всю магическую круги создается. Ай, вот это вообще. Да, я помню, как я говорю, что вот эта вот инверсия меня уже бесит. Влево, вправо. Ёпт. Да я... Так. Тут уже маленькие круги. Ох, ёп. Нет, 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 нет. Серьезно? Да ёп! Тут целое мастерство, отвечаю. А, вот. Да, все, я всрал. Ты чё орёшь? Да.
вниз. Нет, вот здесь и я, короче, время трачу. Ну. Да ёп. Чёрт, а я вот как-то проходил. Нет. Well done, Potter. Good score. Блин. Five more house points for Gryffindor. You've mastered the basics. Сейчас мы управляем метлой. Now run along. Капец. Ой, капец какой, блин, вот это вообще сложновато было. Hi, Harry. Have you met Hermione? Так, у меня любимая-то. No, I am not. О, Гермиона Грейнджер. Рано, так. Все, мы опаздываем на уроки. А там где-то я видел, о, этот, сохранялка тут рядом есть. Это я точно помню, как на во второй части. Во. Так, давайте сохранимся на этом. И не будем, как говорится, затягивать с игрой. 20 минут достаточно в такую пиксельную игру. Так, если вам понравились ретро-игры, что дальше играть или нет, подписывайся на мой канал, ставь лайки, особенно комментируй, есть смысл продолжать играть в эту игру. И что скажу, всем пока, самое главное, не болейте, мои дорогие друзья.